В соцсетях набирает популярность видео со ставшим уже знаменитым висячим мостом в поселке Керки Сосногорского района. Для населенного пункта это единственная связь с райцентром, ну, если не считать железной дороги. Весной прошлого года конструкцию разрушило половодье, потом все лето местные плавали на лодках. К концу года очертания моста появились, буквально из кусочков. То, что уходить вот так небезопасно, местные понимают, но деваться некуда. На той стороне магазин и почта.